Его называют самым гастролирующим театром Алтайского края. Барнаульские куклы сегодня выступят в ЗАТО Сибирском в рамках проекта «Поезд культуры». Напомню, губернаторский проект стартовал в конце прошлого года. Он приурочен к 80-летию Алтайского края. В его рамках ведущие культурные учреждения региона гастролируют по городам и районам. Сегодня театр «Кукол Сказка» выступит в Доме культуры ЗАТО Сибирского с премьерой сезона «Али Баба» и «40 разбойников». По словам постановщиков, в Барнауле он особенно популярен. Его уже посмотрели больше 1500 школьников. Работаем, реализуем новые проекты. Ждем и любим нашего зрителя. И я думаю, что те зрители, которые к нам придут, получат огромное удовольствие.